Самое лучшее для солдата – это получить весточку из дома. Министерство обороны России запускает доставку писем и посылок военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Доставку обеспечивает сеть фельдъегерской почтовой связи, которых прикрепили воинские части. Родственники участников СВО могут отправлять свои письма и посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу город Москва, 400, почтовый индекс 103-400. Далее нужно указать номер воинской части, который можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Защитники Родины также могут отправлять личные письма домой. Конвертами и ручками их обеспечат.